Здравствуйте, друзья! Сегодня медиавыставочный холдинг и журналы «Красивые дома» и «Красивые квартиры» в гостях у одного из самых известных итальянских производителей бытовой техники премиум-класса, компании «СМЕК», одного из лидеров концепта «Made in Italy», символов итальянского стиля, послов стиля во всем мире. И Павел, тренинг-менеджер компании «СМЕК», проведет сегодня для нас экскурсию по салону. Здравствуйте, Павел! Да, здравствуйте, Дмитрий! Добро пожаловать в шоурум компании «СМЕК». Ну что, начать экскурсию я предлагаю с стенда серии Portofino. Это абсолютная новинка на российском рынке. Отличает ее то, что название ее взялось с знаменитого городка в Лигурии, знаменитого своими яркими фасадами, кричащими для людей, местом, куда приезжают люди, чтобы насладиться природой, почерпнуть вдохновение. Соответственно, и вся техника впитала этот дух и эти традиции. Серия Portofino представлена в ярких цветах, которые характеризуются солнечным настроением. Это желтый, оранжевый, красный. Для любителей более спокойного и размеренного есть, конечно же, белый, черный, антрацит. И изюминка этой серии заключается в том, что цвета создают легкость и воздушность, но это лишь поверхностное мнение. Сами материалы, сама обработка максимально мощные, максимально прочные и основательные. Мощные решетки, мощные переключатели, мощная ручка на открывание. Этот варочный центр создает легкое настроение, но при этом отличается и славится своей производительностью. Также уникальная особенность этих варочных центров – это их внутренние камеры. Это эксклюзивные внутренние камеры, не имеющие аналогов на российском рынке, трехконвекторные с полезным объемом 115 литров. Соответственно, если человек хочет запечь гуся, порося, осетра, что угодно, здесь с легкостью это все поместится и прекрасно приготовится. Стенд Dolce Stilnova. И здесь перед тем, как начать рассказывать об этой эстетике, хотелось бы, в принципе, сказать, что же такое Dolce Stilnova, да, это течение в средневековой поэзии, в 13 веке зародилось, и отличалось оно тем, что это первое направление, в котором соединилась итальянская любовь земная и любовь возвышенная. Соответственно, это некий полет фантазии, но при этом имеющий физическую форму, физическое очертание, которым вы можете обладать. Это высокий ценовой сегмент, это премиальное, абсолютно премиальное направление, отличающееся отделкой и обработкой. В этой эстетике используется абсолютно черное стекло Eclipse, инверсионное, которое в статичном состоянии полностью непрозрачное, с легким зеркальным эффектом, но в процессе приготовления обзор становится прозрачным, и все прекрасно видите, что там происходит. И данное стекло дополнено либо медным, либо стальным профилем. Тонкий, стильный, лаконичный. Соответственно, если мы говорим о современных интерьерах, современных тенденциях, о минимализме, то это идеальнейшее решение, когда фактура идет глянцевая, ровная, и профили кромки столешниц и других элементов самого кухонного пространства соответствует стильным профилям данной эстетики. В серии Dolce Stilnova присутствуют все приборы без исключения. Это полноценные духовые шкафы, это компактные приборы. Это, конечно же, винные шкафы и ящики сомелье для них. Конечно же, стороной нельзя обойти кофемашины и подогреватели посуды. При этом по вкусу каждого клиента можно подобрать серию начальную, базовую, которая представлена внешней ручкой и поворотными переключателями. Модель среднего сегмента, у которой будет сенсорный дисплей и внешняя ручка. И, конечно же, полностью эксклюзивное предложение на российском рынке – это модели с автоматически выезжающей ручкой. То есть в статичном состоянии это будет просто ровная поверхность, но легким прикосновением на дисплей ручка автоматически выдвигается, и мы можем взаимодействовать с прибором, достать, открыть, приготовить. И при выключении ручка сама задвинется на место. Соответственно, если мы говорим об интерьерах в минимализме, которые наполнены типонами, серводрайвами, скрытыми ручками, выступающие элементы на бытовой технике будут абсолютно неприемлемы. И в компании SMEC предлагают решения, идеально вписывающиеся именно в такие пространства. Выдвигающая ручка будет присутствовать как в духовых шкафах, так и в компактных приборах.
Естественно, стороной мы не можем обойти наши легендарные холодильники стиля 50-х. Это культовый стиль, это культовые форматы, 28-е модели, самые популярные, самые известные, отмеченные в совместных проектах с Ferrari, с Land Rover Jaguar, с BMW. И, конечно же, в них присутствует огромное количество цветов. Это всем знакомые кремовый, черный, белый, пастельные оттенки. Но и непрекращающаяся игра с поиском новых формаций, новых цветов, новых оттенков. Эксклюзивный и единственный в мире российский флаг, сделанный специально для нашего представительства. Конечно же, для любителей поностальгировать, это ФАП СССР, да, для такой полной ретро-ностальжи. Для любителей искусства и полностью нестандартных вариации. Это FAB Blackboard, холодильник с эффектом графитовой тоски. Мелки идут в комплекте, и вы можете создавать его стиль каждый день. Для любителей шика и чего-то броского и блестящего, конечно же, FAB, сделанные под золото, с инкрустацией Swarovski Elements в логотипе. Ну и мы присутствуем, представляем, конечно же, FAB Jeans, FAB Denim, холодильник, который обтягивается джинсовой тканью в дизайн-студии Italia Independent, FAB Union Jack, британский флаг, FAB разноцветный по полотам Пита Мондриана, множество-множество решений, и, конечно же, самое-самое кричащее, то, что есть, то, что присутствует, это FAB Dolce & Gabbana. Говоря о серии Dolce Stile Nuovo, конечно же, нельзя пройти стороной варочные поверхности, которые выполнены на стеклокерамике, либо на нержавеющей стали. Данная серия имеет отличие в чем? Первое – это сами горелки. Стандартные горелки, чашеобразные, но отличающиеся тем, что юбки горелок выполнены из керамики, а не никелированные, как обычно. Соответственно, в процессе работы они не коптятся, их легко протереть, помыть, почистить. Они максимально неприхотливы. Второе решение – это газ с горелками Blade. Blade – особенность в том, что это ламинарное пламя, не разделяющееся на языки, без контуров горения, без языков, ровный непрерывный контур создается. Это очень эффектно смотрится, очень красиво, очень специфично, при этом максимально эффективно. Скорость нагрева на таких поверхностях на 20% выше, чем на стандартных газовых варочных поверхностях. Вторая особенность в том, что именно в серии Dolce Stile Nuovo вы можете приобрести комплекты художественных решеток в тематике птицы, фрукты, насекомые и листья. Особенность в том, что с первого взгляда это обычная нержавеющая сталь, но это нержавейка с титановым покрытием. Она максимально ударопрочная, износостойка, выдерживает нагрев до 1100 градусов. Поэтому здесь вы опять-таки получаете в полном понимании концепцию нашей компании, технологии и стиль. В нашем шоуруме присутствует огромное количество произведений искусства, но одно из них занимает особое место. Это лимитированная коллекция холодильников Dolce & Gabbana. Почему они так называются? Потому что это, естественно, полноценная коллаборация двух итальянских производителей. Это холодильник SMEC, который вручную раскрашивается в доме моды Dolce & Gabbana в стилистике средневековой сицилийской росписи. Каждое полотно покрывается бесцветным лаком. Каждый холодильник создается в одном единственном уникальном и непревзойденном экземпляре. И любой, кто ценит искусство, моду и современные тенденции и хочет получить вещь не только культовую с точки зрения сиюминутности, но имеющую какую-то историческую и вековую ценность, может себе приобрести такое потрясающее творение. Павел, читатели и архитекторы и дизайнеры, которые публикуют свои проекты в журнале «Красивые дома», очень любят классический интерьер традиционно. Скажите, пожалуйста, если я правильно понимаю, у компании SMEC довольно широкое предложение в этом сегменте? Да, именно это был некий такой флагман, некий такой локомотив роста SMEC в России, на российском рынке, потому что у нас широчайшая линейка классических предложений. Это и духовые шкафы, и варочные поверхности. Линейки разделяются, есть несколько попроще решения под Прованс, есть, конечно же, именно
киноклассика. Например, серия «Картина» от Джанкарло Гандьяго, от мастера кузнечного дела, который любит творить, создавая именно резные элементы. Соответственно, вся линейка переняла эти его акценты. Это полностью кованный цельный элемент, металлические окантовки стекла, резные ручки, резные переключатели. Соответственно, если мы говорим о массиве, о хороших, дорогих деревянных кухнях, патинированных фасадах, то серия «Картина» — это идеальнейшее решение для них. Павел, современные, красивые, очень эстетичные линии в этой коллекции. Расскажите про нее. Да, это рестайлинговая серия «Линия». Здесь у нас присутствует предыдущее поколение и сразу же под ним обновленное, чтобы можно было наглядно понять все изменения, произошедшие в ней. Стала более тонкая, более стильная ручка, максимально хромированная. Стали иные переключатели, также максимальное количество стали в них присутствует, потому что до этого было большее количество поликарбонатов. В них сейчас больше хрома. Соответственно, изменились профили, опять-таки они стали более тонкие, они стали более стильные, и обзорность у них улучшилась. Раньше сами стекла были меньшего формата, теперь стали большего, потому что мы не забываем о том, что есть стиль, есть функциональность, и важно добиться именно полного совмещения, полной гармонии этих двух характеристик. Что включает в себя эта линия? Если я правильно понимаю, это не только встраиваемая техника типа духовых шкафов, но еще и газовые поверхности. Да, серия «Линия» — это максимально наполненная из нашего ассортимента, она точнее входит в те шесть линеек, в которых присутствует любой продукт. Духовые шкафы, компактные приборы, СВЧ, пароварки, кофемашины, подогреватели посуды, винные шкафы и, конечно же, варочные поверхности, газовые, на стекле. У Смега так много знаковых, интересных моделей, просто рай для дизайнера. И эту я тоже, в общем, знаю, наверное, хорошо. Да, это культовый автомобиль, это Fiat Cinquecento, но это не просто автомобиль. Под капотом у него скрывается 100-литровый холодильник, предназначенный для хранения напитков. Уникальность этой работы в том, что это действительно оригинальный Fiat. Это настоящий автомобиль. Соответственно, это не просто какие-то фантазии творцов Смега, это коллаборация с концерном Fiat, поэтому вы можете приобрести себе и действительно винтажную вещь. Ну что ж, на фоне этих потрясающих винных шкафов серии Luxury Cool Range я благодарю нашего гида Павла, тренинг-менеджера компании «Смег», за эту познавательную экскурсию. Я надеюсь, дорогие друзья, что вам было очень интересно посмотреть предложение компании «Смег» на российском рынке. Да, спасибо большое. Ждем в гости. Приходите. Всегда рады. Спасибо большое.